Алан Салаев – заслуженный артист Северной Осетии. Считает себя невысоким, скромным и худеньким. Мечтает о хорошей гитаре и верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие три желания загадали бы? Если возможно мир во всем мире, хорошую гитару, не знаю, что еще, тепла, уюта в семье, чтобы оно продолжалось всегда. Что бы вы хотели изменить в своем прошлом? Ничего бы не хотел изменить в прошлом, потому что все, что не происходило в моей жизни, какие-то моменты ошибочные, все это на руку, все это учит в жизни, так что я вполне доволен своим прошлым. Слава богу, ничего плохого не делал. Стали бы вы дружить со своим двойником? Да, конечно. Это очень удобно. Можно двойника послать куда-нибудь, уйти в другое место. Одновременно в двух местах появляться можно. Чем бы вы занялись в последний день своей жизни? Не думал об этом. Я стараюсь жить как последний раз, так что... Демократия или коммунизм? Ни то, ни другое. Демократия, мне кажется, она расхолаживает. Сейчас мы живем в демократическом обществе, все возможно, все не то, что доступно, все можно. Мне кажется, все можно. Нельзя все разрешать людям, потому что у всех людей разные мнения. Кто кого куда поведет, это нужен контроль, конечно, какой-то. А коммунизм, судя по истории, то, что происходило во время становления коммунизма, тоже не хочется, конечно. Что бы вы могли сделать ради любимого человека? Ответ все не принимается. Нет, не все, конечно, но очень много. Если бы у вас был миллион долларов, на что бы вы потратили? Хорошую гитару. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Да, конечно. Пример, я и моя жена. Какую роль вы никогда бы не сыграли? Я бы отказался не то что от роли, а от сцены, если бы меня там положили в группу еще такой. Таких вещей я... Жутко мне просто. Не того, что я чего-то боюсь, мне бы стало жутко, страшно. Как вы воспринимаете критику в свой адрес? Я... не люблю критику, потому что, видимо, потому что я лев по знаку зодиака. Не любим, когда нас критикуют. Стараюсь воспринимать, все-таки мы в современном обществе живем, стараюсь воспринимать как извлечь что-то оттуда, конечно. Если есть бывает что-то полезное в критике, да, и ты это принимаешь на свою сторону. А если что-то не полезное, то, конечно, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Как вы относитесь к смертной казни? Отрицательно. На свете есть Бог, который отвечает за поведение людей, который сам знает, что делать. Не человеку дано не то, что судить, а решать, жить человеку или нет. Так что отрицательно. У вас есть недостатки? Есть их куча огромная недостатков. Я ленивый, я люблю поспать. Ненавижу там какие-то физическую работу, терпеть не могу. Хотя, в принципе, занимаюсь частенько. Люблю спокойное состояние жизни. Кино или театр? И театр, и кино. Два совершенно разных и абсолютно одинаковых в то же время вида искусств. Так что тут нельзя выбирать одно или другое. Что каждому следует о вас знать? Не знаю. Я Алан Салаев, живу на Ливаневского 277, квартира 7, заходите, милости просим. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Сделать то, что хочется, вот от души. Не то, что там нарушить закон как-то, а сделать именно то, что хочется. Не знаю, съездить куда-нибудь, искупаться в речке. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Такой же, скорее всего. Мало что поменяется. Разве что опыта будет больше. Так. Менять профессию я точно не хочу. И театр не хочу менять, это однозначно.
Так что я думаю, все будет то же самое. Если через 20 лет встретимся, будут такие же ответы, скорее всего.